Видео подготовлено сайтом onlinegdz.net. Помощник в решении домашних заданий. Номер 5, урок 3. Множество D с элементами А. Квадрат белый 5. Запиши множество А равное множеству D и множество B не равное множеству D. Множество А равное множеству D. Это элементы 5. А белый квадрат. Даже если они переставлены местами, эти два множества будут равны. Запишем множество b, которое будет не равно множеству d. Ну, например, с такими элементами а и 7. Это множество уже ни в коем случае не будет равно множеству d. Если у вас возникли вопросы, предложения или пожелания, вы можете оставить свои комментарии под видео.